вечер. Всем добрый вечер. Меня зовут Мария Ильёва, и я рада, что вы сегодня все пришли. Для тех, кто не знает, я играю свою авторскую музыку, и помогают мне в этом мои замечательные музыканты. С первой песни, которую я хотела начать, она называется «Мой друг». Спасибо. Надеюсь, что в конце концерта это получится нам собраться все вместе. Ну что ж, следующая песня называется «Как дела?». Я надеюсь, что у вас все хорошо, но после этой песни будет вообще замечательно. Thank you.
Что к концу концерта вы поймете, вам обязательно понравится моя музыка. Спасибо. Следующая песня называется «Детская». Особенная песня. По крайней мере, потому что она самая первая, которую я вообще написала. Вот, из-за этого она особенная, из-за этого она детская. Следующая песня детская. Первая песня, которую мы разобрали с моими музыкантами. Вот. Сейчас мы хотим ее вам исполнить. Thank you.
называется «Мой дом». Это одна из самых новых песен, которую мы сочинили и разобрали с ребятами. «Мой дом». Снежинки, которые падают у нас, что вы сидите и наблюдаете за этой картиной дома, пьете горячий чай, и вот завтра вам никуда не надо спешить, все отлично, все замечательно, и вот следующая песня «Зимние», и она, в принципе, именно об этом. Thank you.
Все очень нравится, серьезно. Спасибо. Кстати, хотелось бы сказать, что помимо того, что вы здесь присутствуете в зале, я уверена, что есть люди, которые смотрят нас сейчас через онлайн-трансляцию. Это очень интересная вещь. Я очень рада, что она существует, она сейчас есть. И я хочу передать привет всем людям, которые сейчас смотрят меня не здесь, а там далеко. Привет. Я очень надеюсь, что моя лучшая подруга смотрит меня сейчас, будучи вообще в другой стране. Я передаю ей привет. Надеюсь, что ты скоро приедешь и наконец-то будешь присутствовать здесь, вот за этим столом, может быть, за этим, но привет. Так, ну а следующая песня называется «Май». Она написана в мае, и она про май. В принципе, про лето, что очень актуально сейчас. Oh,
давай не будем. И те, кто на концерте моем не первый раз, а хотя бы второй, обычно реагируют на эту песню громче, чем на все остальные. Название ее говорит, собственно, о смысле песни. Те, кто хоть как-то слышал меня до этого, знают, что эта песня у нас есть в аудиозаписях. И это одна из самых, скажем так, последних аудиозапись. И на аудиозаписи играет виолончель.
Сейчас партию виолончели исполняет Глеб Ласкин. Я проснулась в своей квартире. Не помню, что приснилось, но что-то не об этом мире. И лучше мне в мыслительный процесс не погружаться, а лучше мне пошире улыбаться. Еще пошире можно распахнуть окно. Сейчас же лето, сейчас тепло. И с каждым новым дуновением ветра мне будет петься его песня. И в первый раз, наверное, мне не вспомнится та хмурая, с вопросами от одиночества ночи. И непременно будет день хороший, и ни один хмурый прохожий не погасит во мне солнце, не размоет мои веры. И каждый день, и с новой силой, я научусь искать и в черном цвет мне милый, задумаюсь,
песня. Это песня, которая самая последняя была, из которых мы сделали своими музыкантами. Да, я не знаю, зачем я это говорю, наверное, чтобы вы ощутили прогресс музыкальный. Здесь мы решили акцентировать наше внимание более на музыкальное оформление, аранжировку и нововведение музыкального. Ладно, извините. Следующая песня называется «В которой ее нет». Я надеюсь, что когда-нибудь у меня...
будет возможность дать концерт выходной. И эта песня будет нереально актуальна. Но это зависит не только от меня, но и от людей, которые будут приходить ко мне на концерты. Если их будет много-много-много, то когда-нибудь я обязательно выступлю в выходной. Кстати, пока я не забыла. У нас замечательная система, которая называется Pay What You Want, и у вас есть сногсшибательная возможность заплатить действительно, что вы хотите. Представляете? Наш, теперь вход может стоить не 200 рублей, не 250, да, правильно, как у нас обычно было, а сколько вы хотите. Следующая песня называется «Выходной». Отпусти меня, память, и дай мне представить, что я на другой. Сердце может быть горячо, холодно, но в этом случае сердце действительно ничего. И об этом следующая песня. Требуешь внимания.
Спасибо огромное. Есть замечательная возможность представить своих замечательных музыкантов. Дмитрий Сапожник сыграл сейчас соло на барабанах. Большаков, клавиши. Константин Макеев, бас-гитара. Фред Ласкин, акустическая гитара. Чтобы будет сейчас.